При счете 1-1 Торпедо на последних минутах бьет решающий пенальти. Лапсин пенальти заработал за 30 секунд, да? Сколько на поле было? Тихо, при счете 2-1. Торпедо Владимир бьет. Лапсин. Еще одну пенальти. Он же сам и бьет? Все после травмы. Он же сам и бьет? Он не забьет сейчас, да. Но пенальти бьет травмированный и вернувшийся Владислав Лапсин. Но... Он попал на минуту в сказку, наверное, да? Хорошее возвращение. Браво! Пенальти одинаковые два, видел? И еще два, забил! Владислав! Лапсин! Команда «Торпедо» город Владимир! Все, победа! Давай, включай. Вот это победа. Все, теперь можно музыку включать.